Почему рядом со мной сидит девушка? Сейчас объясню. Она, правда, не знала, я почти хитростью заманил. Посиди, послушай. Она стала еще одним участницем плане, что в таком плане, что она не покажет свое личико. Вот видите, наша скромная. Смотрите, вот и она сделала плейлист. Видите? И в этом плейлисте, кто подписан на мой канал, вот отдельная тема для, ну, уже нетрудно догадаться, раз рядом сидит студентка, юная девушка. Это будет, начинаем учить молодежь. Вот так вот, ясно? Начинаем учить молодежь. Поэтому она здесь рядом со мной. Посидит, послушает. Или станет еще одной, та же, как Катя Кузнецова. Вот. Или Юля Матвеева. И тоже студенток начинали, а сейчас уже такие крутые девчата. Ой. Я скоро уволюсь, у них уже результаты не хуже, как минимум, моих. Скоро точно уволюсь, скажу, зачем ты им нужен? Вот следующее будет вот эта вот Лера, которая сидит справа от меня и не хочет показаться. Но первые фильмы, ну еще раз, ну еще раз. Вот. Садоводство. Вот. Позвольте представиться. Вот здесь уже ее первые фильмы, которые она сделала, ну как бы сделала их такими, что это. Посмотрите потом это все, вам понравится. Ну все, Лера, дальше хоть слушай, хоть стать садоводом, сиди. Вот, смотри.